Ну что, мужики, завтра еще разочек еще давай. Давай, давай. Пошли. Кого ты, сынулька мой, пришел? Радость-то мамкина с папкой. Ой! Вот, в школу пошел, учится. Молодец, смотри, какой красавец-то вымахал. Да, помню, он еще под стол бегал. Кольк, а это вот, это дядька дядь Митя Владивостока. В Москве я был. Через полгода, понимаешь, там, Володька, слет. Полгода, Володька? Стоп. И это, один на один. Ну, прям как твой батя. С политруком. Помнишь, Володька? Это было, было. Сынуля, я тогда с твоей мамкой-то познакомился. Сестра была она политрукова. Эх, такая история красивая, романтичная. И это, один на один. Как и твой батя с политруком дрался. Да, было дело. Подарки, значит. Да найдутся твои подарки, куда денутся. Где? Самое главное, с такой дали тебе вот вилос. Вот подарки-то. Не, раз обещал подарки. Обещал, молодец. Обещал. И Митьку, ты помни, такого дяди тебя никогда больше не... Ух, какие... Заморские. Какие красивые. Сапоги, скороходы. Ничего себе. И вот шоколадку заморскую у тебя. Шоколадка-то какая, о! О, мужики, что-то я это, засиделся. Так это, подожди, на пассажок-то давай еще выпьем, давай, на пассажочек-то. Не могу я, мне еще самолет везти. Еще раз. Ну чё, может, на пассажок-то выпьем, а? Да не, мне ещё самолёт везти. Давай. А я ему так и говорю. Не покупай мои бананы. Снимай, снимай. О, если бы пошла, не дают. От нас племени. Был случай. Приехал один. Приехал один миссионер. Мы его что съели, и он доволен, помог нам, прокормил деревню. И мы сыты.